Итак, приветствую, друзья. Сегодня у нас такая, может, не самая лучшая погода. Ну да ладно, да? Где мы сегодня с вами находимся? Мы, конечно же, начинаем машину. Короче, начинаем брать машину с мойки. С утра я заправился. У нас кондиционер там прям бежит, как будто, я не знаю, да, вот. Все у нас накопилось. В общем, автомобиль полностью готов для того, чтобы мы с вами сняли, наконец-то, тот самый эксперимент. Какой именно эксперимент? Давайте я попробую вам рассказать. Да, конечно, здесь у меня есть мои вещи определенные, а куда деваться, но в целом как бы хватает. Ну и давайте все-таки немножко покажу автомобиль, на котором мы с вами. Для людей есть отдельный климат. Некоторые, конечно, юмористы включают подогрев сидений. Сейчас тоже мы сели, у меня пассажиры говорят: нифига себе тут у тебя. Конечно же, есть водичка. Куда же деваться без водички? Ну и само собой, вдруг мне придется эконом возить. И вот такой вот салон. Наверху я ставлю обычный микрофон. Вот так вот все примерно происходит. Все, сейчас мы с вами сядем, попробуем посмотреть, что у нас получается. Ну, в общем, вот такой вот автомобиль. Не знаю. Ну, знаете, тот самый случай, когда вроде не Porsche Cayenne, но все равно, когда ты смотришь на данный автомобиль, как-то, не знаю, там, душа радуется. Ну, серьезно говорю, как-то душа радуется, да? Все сделали, чернение, все красиво, все прекрасно, все замечательно. Добро пожаловать вовнутрь. Итак, приветствую, друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. Проверяем микрофоны. В общем, сегодня у нас будет очередная рубрика такси. Сегодня у нас воскресенье. По идее, должно быть комфортно. И, по идее, заказов не должно быть, как мне говорит мой друг Алексей. Но мы с вами сегодня покатаемся. Ну, реально покатаемся. И попробуем посмотреть, что здесь такого интересного имеется. Что и как. Мы отодвинем вперед сиденье. Потому что сказали, что даже в комфорте это должно быть сиденье отодвинуто. В общем, ребят, мы сейчас с вами попробуем взять первый заказ. И знаете, мне очень страшно кое-что делать. Но кое-что это что? Мне страшно, вот знаете, что делать? Мне страшно, вот хочу сделать такую замуту. Хочу сделать вот такси с презентом, такую рубрику. Ну и, в общем, думаю, давайте мы пару заказов возьмем разогревочных. Ну, знаете, как тяжело там взять и попробовать начать мучить людей. О, нифига себе, мы сегодня заправились, поэтому у нас рейтинг гораздо больше. Все, давайте мы с вами выйдем на линию. Все, на линию выходим, посмотрим, что у нас получится. Вчера даже почему-то у меня был показан конечный адрес. Наверное, специально замануха скажет: блин, нифига себе, давай, ну, типа, короче, давай, работай в поте лица. В общем, мы давайте с вами начинаем с улицы Донской. Время 10:30 с утра. Хотел прокатиться на мотоцикле. Ну, что ж ты там автобус так близко, ближе не прижимаешься. Аж там все свободно. Ну, нафига ты так остановился, а? А вот гаишники стояли бы и взяли бы и развели бы меня на что? Короче, развели бы меня не на что иное, а как развели бы меня на выезд на сплошную линию. Хотя, с одной стороны, они были бы правы. Но, ребят, гаишники... Вы же должны... О, Белладжо. Белладжо, только туда уехали. Давайте мы сейчас вернемся, посмотрим. Это то прекрасное место. Это то прекрасное место. Откуда я? Давай, езжай, братиш, быстрее. Меня сейчас здесь собьют. Ты что делаешь? Меня уж собьет сейчас девочка на BMW. Давай, езжай, блин. Дави этих пешеходов. В общем, первый заказ у нас, я почему-то думал, что у нас будет первый заказ непосредственно с моремола обычного, вот здесь падает, да, всегда первый заказ начинается с моремола, но вот здесь почему-то у нас ситуация немножко другая, с Белладжо. Посмотрим, кто у нас там на Белладжо у нас остановился, может, там будут знакомые, кто-то скажет: стыдно. Нет, не стыдно, ну, серьезно говорю, не стыдно работать, стыдно, наверное... Стыдно, наверное, сидеть с утра бухать. Наверное, это стыдно. Поэтому уже по барабану, фиолетово. Кто там что скажет, зачем скажет и так далее. Ну, а мы с вами что? Мы с вами сейчас попробуем проехать.
В общем, зря я туда уезжал. В общем, что мы сегодня будем с вами делать, ребят? Приготовил вопросы. Мы сделаем, наверное, может быть, третий, да, давайте лучше третий, а то я вчера так дошел, заказ не дошел. Третий заказ. Вот сейчас будет первый, да? Третий заказ мы делаем, все, решил, третий заказ. Фартанет, значит. Делаем такси с презентом. У меня несколько вопросов про Сочи. В общем, условия простые. 5 вопросов задаю. Это все услышите, надеюсь. Боюсь. Поставлю себе камеру еще одну, 360, чтобы можно было там кое-что подснять. В общем, мы с вами берем и задаем вопросы. И вопросы легкие, но из первого блока, вот если из 5 вопросов на 3 вопроса отвечают, мы даем 1000 рублей. И даем возможность сыграть во втором блоке. Во втором блоке у нас также 5 вопросов, но там можно сделать только 1 ошибку. И там, соответственно, мы даем уже сколько? 1500 рублей. Ну и, конечно же, помимо всего, есть 3-й блок вопросов. Там уже всего лишь 3 вопроса, и можно сделать только 1 ошибку. Только можно сделать 1 ошибку. И мы даем 2500 рублей. В итоге, получается, за 1 поездку меня могут просто обокрасть на 5000 рублей. Пока это только мои личные деньги. Я думаю, на следующую, если прям формат зайдет, на следующую поездку, я думаю, я договорюсь. Там у нас многие, да, там есть мотошкола, где там можно взять, там, например, 1 занятие бесплатно, да, а им получается реклама. Есть там, не знаю, еще что-нибудь. В общем, посмотрим там. Может быть, там прогулка на катере будет на 1 человека, может, еще что-нибудь. Хочу такое сделать, поэтому, если вдруг кто-то хочет поучаствовать в этом во всем прекрасном процессе, вы, ребят, не стесняйтесь. Вы спокойно подъезжайте, и, как говорится, мы с вами поработаем. Даете мне какие-нибудь там эквиваленты хотя бы, ну, как бы минимум должен быть эквивалент в размере, соответственно, в размере как минимум, ребят, в размере 2000 рублей. И я, соответственно, делаю рекламу. Так реклама получается халявная. Многие сейчас смотрят этот у нас блог, тот самый, да, и многие из вас, конечно же, получат рекламу. Если застройщики, то я готов рассмотреть для вас вариант, чтобы вы там могли, например, подарить квартиру, например, в Сочи парке или Кислороде, или в жилом комплексе, например, Светский лес. Я тоже готов все это для вас посмотреть, поглазеть. В общем, мы сделаем на месте. Я уже вижу, кого мы с вами повезем. Проще. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, не проще. Кто же был бы у тебя было бы нормально? Здравствуйте. Здравствуйте. Куда мы там с вами едем? Военная комендатура. Нифига себе. Тимирязева, да? Ну, написано, да, я там не был ни разу. А, ну был 4 года, я не помню. Все, в военкомат забирают. Что? Забирают служить? Да, что? Меня не надо забирать, я уже давно там. Понял. Я просто там знаю, да, там комендатура. Я думал, что она уже не действующая, если честно. Я уже думал, что там все. Уже. Ну, интернет так выдает. Он выдает 2, конечно. Одна где-то на Горького там. Вот про Горького знаю, да. Но там есть как бы воинская часть, я про это знаю, там с левой стороны там есть. Сейчас посмотрим. На Горького точно я знаю, что есть. Там видел, ребят, ну. Сейчас близко тут ехать 6 минут. Сказал, что в Сочи все. Я до этого жил-то в Сириусе. Из Сириуса ездил сюда, в Сочи отмечаться. Куда именно, думаешь, я улицу помню, что ли? Ну, Сириус, вы, наверное, ездили на Горького, потому что
Тимирязева. А я только как раз с Беладжи уехал в сторону Маримола. И потом смотрю, заказ. Ну ладно, возвратимся. Что, жалко, что ли? Ну, обычно в этом месте обычно нет никого. Да тут потому что, что, вот одна наша гостиница. Ну, там гостиница, там ресторан, там кальянная есть. Там есть боулинг, там есть автомойка, там есть барберы. Там есть... В Беладжи? Все есть, конечно, в Беладжи. Там барберы есть. Ну вот откуда вы шли, вот там Голливуд называется. Так это, по-моему, женская там какая-то. Не-не-не, там есть девочка. Девахи сидят там, маникюр что-то делают. Да, там есть, да нет, у них есть и девочка, барбер, все как положено. А, там да. Все есть, да. А так тоже там маникюр, педикюр, губуаш, татуаш, там, что не знаю, не знаю, это женский. Как вы сказали, губуаш? Губуаш, татуаш, да я не знаю, как это называется. Губуаш пойдет. Ну есть же какую-то хрень с губами тоже делают. Ну да. А как называется? Перманент губ. А, ну ладно, ну какая, ну для губуаш, нас, губуаш, мужиков да, это губуаш. У меня губуаш, тоже эта хрень да. Ничего не говорит. Еще есть писяринг еще губы. Есть. Цвет. Ну, цвет. Ну это ж губам. Надолго остается. Татуаж, да, делают. Потом после этого девочек губы опухают, они такие ходят, со мной запипусь, пипусь. Да, какой-то. Да. Ну да, вареник. Ну это как после татуировки, она же тоже там. Надолго это? Ну я не знаю. Честно. Я никогда этим не интересовалась, не знаю. Это, видимо, тот, кто экономит на помадах. И там же еще писяринг. А, шугаринг. Ну какая разница? Ну отдать тоже. Ну, шугаринг, да. Можно же тоже всего тела зашугарить. Да. Хотя мужской тоже есть шугаринг. Так же, как и лазерная депиляция. Сейчас она популярна среди мужчин, оказывается. Каких, блядь, мужчин? Ну, Марина. Я знаю, какие. Да мужики не выдержат, что, мне один раз там предложили. У меня в Приморье есть мастер, который именно мужской. Да ладно. Не женский, она женщин не берет, она вот только мужчина. Конечно, она любопытная, конечно. Лазерная депиляция. Конечно, что я еще думаю, господи, Настя, мне кажется, думаю, женщина, нет, ей вот с мужчинами проще. Это райончик какой-то вообще. Это жопа. Неблагополучный. Да нет, разрастается, здесь хороший комплекс есть, но так. Так. Прям не кром. А с какого города я скажу, это аналог какого района? Ну там у нас два региона. Мы сами из Приморского края, сейчас живем на Камчатке. Ага. Ну вот вся Камчатка здесь. Вот как у вас дома. Ну вот посмотрите, ну такая же депрессия, все то же самое. Депрессия. Знаете что, у нас там пальм нету. Ну, а здесь тоже пальм нету. Погода не такая, вот только что проехали. А, одна пальма была? Да ладно. Три там было. Ее украли просто. Рассаживают. Вон, карагач, он вперед из песни, все. И медведи тут у вас нет, а у нас уже три медведя. Как у нас медведи? Ну вы что? У нас на Красной Поляне бегал там за этим и в Салахауле. 2 года назад ребенка загрыз, и все. А у вас какие медведи? Ну, эти обычные какие-то бурый какой там, бурый медведь. Какой нет, там у нас? Ну, в Приморье-то эти черные белогрудки, а на Камчатке бурые, да. Нет, какие-то полурыжие такие, полурыжие. Да их не поймешь, они же сейчас все перекрашены, их, может, там покрасили, там, вы знаете, дети-то они такие изверги, они же могут покрасить. Да. Сделать белым его. Не, у нас здесь всего хватает. А я что-то думал, что тут нет таких такой живности. Не-не-не. Ну, 4 года назад я с гидом ездил, он что-то рассказывал про эти леса, как Красную Поляну, есть, что там водится. Ну, что-то про медведя я не знаю. Да не, есть медведь. Загуглите медведи Сочи, обалдеете. Там прям фигура медведя была, зелень сделана. Вот там на экскурсию ездили, где какой-то поселочек, что там, Эстогородок или что-то. А, да-да-да. Там вот фигурка медведя была. Ух ты, нихрена. Из газона подстрелена. Это Ашот Ашотович. Нет, тут дороги гляжу. Вот ваша воинская часть. Да я по этим, по бетонным этим блокам разукрашенным уже понял. Значит так, вон там с той стороны вроде заезд. А, вот здесь там все перекрыли у них. Вон они, ребята, вот это, вот здесь получается у них это все трос натянут. Да я понял, сейчас подойду, спрошу у пацанов. Пойдем. Вас ждать? Да, ну я же не знаю, ну
Или, ну, вы вызовите, здесь такси целая куча. Ну, вот это вот, вот оно. Вот, да, вот. Я понял. Все, хорошего дня вам. Все, спасибо, всего доброго. Слушайте, ну, ладно, один заказ у нас есть. Нифига себе, он увидел машину так далеко. Даже я не увидел машину. А он уже видит. Короче, нам с вами куда-то надо ехать. Куда там у нас Тимирязева? А, да ладно. Да нет, вроде правильно показано. Что? Ну, 3 минуты, да, вроде все правильно подача. Сейчас доедем, давайте покажу вам. Пугается. Вот главное жить в Орске, да, или в Оренбурге, да, где все вот такое. Главное, никому не страшно. А, конечно, когда с центра Сочи немножко передвинулись, то уже становится, блин, второй заказ. Блин, так быстро что-то получилось у нас. Вот такие короткие заказы мне больше нравятся. А то я вчера, блин, как вчера наверну, даже не стал ничего снимать. Ну, скучно, блин. Ну, представляете себе, ехать 1:45 и вот этот все, да, от нудятины просто умрете, понимаете? Поэтому даже не стал, удалил, да и все. Когда короткие заказы, люди больше умудряются рассказать, показать и все. Вот я говорю, как есть. О, нифига себе, мы там к СДЭКу. Там, наверное, сейчас коробка будет, как я не знаю, там. Даже? Давайте попробуем посмотреть. Уж, наверное. Даже? Слушай, ну давайте мы здесь пока постоим. А, вон девочка нас машет трусиками. Все. Маша трусиками, девочка. Давайте мы сейчас к ней подъедем. Здравствуйте. Вам у нас куда? Нам на Роз. Ага, все. Я думаю, сейчас со СДЭКа вы там с коробками, с каким-то гробом, там еще что-нибудь. Думаю, блин. Я мусор выносила, и этот, я увидела вас уже. Хотела добежать, не успела. А я сейчас, ребят, я ехал, ну, вез воинскую часть. Я говорю, нифига себе, какой Сочи бывает страшный. Я говорю, а вы что думали? Это вам не курортный проспект, тут всякое разное бывает. Даже? Конечно. Мне тоже вчера парень до красного-белого не доходя, говорит, я правильно иду в военкомат? Я так вас чувствовала, правильно идете. Он говорит, нифига себе, да? Все только начинается. Жесть. Жесть. Блин, до сих пор не могут сделать. Ну куда уже? Два года прошло с этого наводнения. Ну что, не могут сделать, что ли? Как побросали, так побросали вас. Потому что они не могут найти, прочистить или что-то там установить, эти коллекторы, что-то сделать. Потому что опять дождь начнется, и все опять смоет. Не, потому что здесь неинтересно. Интереснее, вот на улице транспортной снял хороший слой, да, и все. А здесь же надо поработать, здесь же надо, блин, отчитаться за деньги и за все. А здесь же надо сделать ту или иную работу. Нет. Ну ладно, сейчас у нас новый мэр же. Че? Посмотрим. Да, кстати. Посмотрим, что-то будет в лучшую сторону. Вам надо вот такой велосипед взять, смотрите, уже тоже. Видите, он едет удобно, блин. Классно. Вот по Тимирязеве. Мечта же там по таким горкам кататься на велосипеде. О, нифига себе, а, шо, как бы в борчину протаранил. Вот это да. Все, давайте мы их пропустим, а то мало ли что здесь. С коноплей едет на переднем сиденье. Может, там покуривает. Пусть едет впереди тогда. Ну да, да, да. От греха подальше. Подальше. Наверное, здесь проедемся. Потому что в туннелях то же самое, но в туннелях вы даже ничего не сможете поглазеть хорошее, красивое. Да, я уже все наглазилась. Да? Давно живете здесь? Да. Метров. 6 дней? 6 дней и 10 лет. А-а-а.
Как вам район Тимирязева? Жесть, да? Смирилась. Нормально? Нормально. Не нормально, конечно, но зато в своей. Ну, логично, да. Да нет, я смотрел гранд-план, должен весь район преобразиться. Главное, чтобы не преображали, не посносили эти все дома, которые здесь, очень много незаконных домов. Вот это самое главное. Все остальное это ерунда. Да, и перед нашим домом не настроили вот этих многоэтажек и не закрыли весь вид. Ну да. Что рады. Сейчас зайдем. А у вас там где там вид? Там вида-то особо и нет. Ну, конечно, 29/2, которая многоэтажка. Большая, ага. Там. Вид на море там очень хороший. Мы на последнем этаже. А, у вас там хорошо, да? Ну, у вас же парковки нет в доме, если я не ошибаюсь. 29/2. Нет, нет. Там просто жесть. Вообще нигде нет. У меня, думаете, я на такси езжу, потому что мне лень идти на парковку, которая на красно-белом. А, ну вот я и про то же самое говорю, да. Потому что когда я себе выбирал квартиру, для меня был важный момент, это парковка. Потому что, ну, у нас дома понавтыкали, а толку нету. Ну да, поначалу вдоль дороги парковалась, но это вообще... Я помню, 4 года назад, когда, не помню кто, то ли КамАЗ, то ли это, помните, собрал 8 машин вдоль обочины? Да, да, да. Это 4 года назад, да, было, или 5 лет назад? Но это жесть было, да? Сколько там, 5-6 машин было? Ну вот, я не знаю, там он сверху ехал, вот где я забирал, там прям гармошкой, там, ну, не знаю, 5-6 машин точно прям друг друга там впендюрили. Лет 5 назад да, точно да. было, вот, ну, может быть, 4 года назад. Нет, я не помню этого, потому что мы там только... Это значит не застали. О. Было. Лет 4-5 назад там то ли КамАЗ там тормоза отказали, то ли еще что-нибудь. Ну, получается, как сверху, получается, взял, въехал, и получается, все, которые стояли, вот все гармошками, то 5 или 6 машин получилось. Да, там вообще опасно. Особенно зимой. Ставить машину. Да. У вас там появился жилой комплекс Гранд Парк, там парковка есть внутри дома. Там хорошая парковка, да, нормально. Все. Хороший вид на их парковку. Видите, да, вы? Да и дом построен по федеральному закону. Нормально там. И внутрянка там хорошая. Там даже, где консьерж, там рядышком даже у них стоят кофемашины такие современные, красивые. Ну, прям выходишь с подъезда, считай. Взял или там домой идешь, взял сразу кофе. Ну, мелочи приятно. И магазин у них внизу, получается, Пятерочка тоже. Мелочи, приятно. Блин, приветствую, друзья. Все-таки не получается нам сделать такси с презентом. Ну, серьезно говорю, хочется дать презент, но у нас нифига не получается. Такси с презентом. Блин, ну как так, ребят? Ну, блин, серьезно. Ну, все пищит у нас. А все почему? Потому что у нас целая куча подпердышей, которые подпирают и которые просто нереально из-за них проехаться. Так называемые веселые подпердыши, которые подпиральщики. Ладно, опять просто. Только в этот раз я уже повесил камеру, уже все сделал. Ну реально все сделал. Ой, блин, санаторная. Ё-моё. Через 300 метров. Короче, держитесь правой полосы. Сейчас мы с вами развернемся. Поверните направо. Сейчас мы с вами развернемся. Все-таки санаторный кого-нибудь заберем. Может быть, санаторный мы сейчас и снимем тот самый сюжет. Ну, потому что я уже задолбался. Или я боюсь обратиться к людям, либо еще что-нибудь. Ну, уже задолбался. Бывает же такое. Или сзади камеру повесил 360. Давайте мы ее сразу попробуем включить. Чтобы, если что, сразу можно было начать снимать. Правильно же? Прям не будем спрашивать, скажем, ну что скажут. Ну как-то же люди раньше снимали, да? Не было страха, да, этого? Как-то же раньше снимали люди? Всякие там такси с сюрпризом, там передача такси. Вроде стараешься что-то сделать, да? Но не получается.
А представляете себе, а если бы я бы взял бы и бы, в свою очередь, у людей бы, кого-нибудь там, да, взял бы, решил бы запартнериться и, в свою очередь, просто-напросто тупо бы взял бы подарки, призы, а потом я оказалось, что Максим Сыкло, который не может взять и просто взять, просто и все. Ну, пошлют нахер, значит, пошлют нахер. Ну, не пошлют, но не пошлют, да? О, кстати, да. Значит, так, 4К 570, вроде так. Короче, надо попробовать. Мы, кстати, опять с вами едем на улицу Санаторная. Я, видите, ненормальный таксист, потому что я включаю поворотники. Ну да ладно. А, блин, все воскресенье убил на все это. Да, кстати, пока я воскресенье убивал, 5800 насобирал. Но сегодня почему-то я, наверное, плохой таксист, потому что мне из 15 выполненных заказов мне не дали никто даже копейки чаевых. Ну, бывает же такое? Бывает. Ну да ладно, что будем ныть? Здесь, кстати, дождика нет, сегодня плюс 28 градусов сейчас, то, когда дождь был, падал до плюс 24. Тихо. Да, тебе же надо, давай, проезжай, а то вдруг ты там не успеешь. Нифига себе, такой маленький такой выглядывает, да, такой, ничего не видно. Такого прям трэш-контента сегодня не было. Красота. Красота. Дэзэ? Дэзэ. Давай. Вот это понимаю по-нашему. Давайте, проезжайте. Ля-ля-ля. Ля-ля, правильно, руль в бардачке очень тяжело. Это что? Это Сибирь. Да. Ехал, кстати, с интересными людьми с Адлера, но что-то не получилось мне заснять сюжет. Интересный. Вот тут с Адлера они ехали в Сочи, прям хорошо получилось. С Ульяновского. Слушай, ну если бы здесь этих машин бы не стояло бы, было бы нормально. Мы хорошо, нормально проехали бы, да и все. Но есть момент, да, есть нюанс, что именно благодаря этим у нас горе-водителям у нас какая-то шляпа происходит. О, нифига себе, все поворотники включают. Вот это да. А нам ехать с вами прямо. У нас препятствия, да, поэтому мы, конечно же, уступаем. А куда деваться? Давай, езжай наглый, да, это же у нас ДНР. Ну-ка. Что там у нас? Поснимаем мы, наверное, сейчас, да? Через 200 метров поверни. Короче, когда я захотел снять сюжет, у меня уже микрофоны разрядились. Короче, мы все вовнутрь заезжать не будем. Все, на месте. Все, мы вот здесь с вами поверните спокойно налево, припаркуемся. Во двор, а затем поверните налево. Мы вот здесь будем с вами стоять. Да? Я просто не знаю, где там этот дом. Там шлагбаум, мы точно там не проедем. Ну что, попробуем заснять, что ли, или нет? Не попробуем. Посмотрим, кто будет идти. Блин, ну хочется, чтобы была не молодая. Хочется, чтобы мелодия, Коронный проспект 16. Здравствуйте. Вы приехали. О, нифига. Мы приехали, короче, все, вы можете выходить. Ну, мне так сказали, что мы приехали. Девушка, на мелодию едем? А? На мелодию едем? Да. Вы местная? Да. Вы все знаете про Сочи? Я думаю, местная.
Хотите заработать 5000 рублей на пустом месте? Как? Как? Я вам задаю сейчас вопросы. 5 вопросов в первом блоке. Можно допустить 2 ошибки. Вариант ответов тоже будет. Если вы берете и как бы хотя бы на 3 вопроса отвечаете, вы получаете 1000 рублей. Переходите ко второму блоку. Если во втором блоке вы отвечаете на 5 вопросов, и вам дается возможность один раз ответить неправильно, то получаете 1500 рублей. Ну а в третьем всего лишь 3 вопроса, и вы можете еще 2500. Короче, за одну поездку вы можете взять спокойно, получить 5000. Но самое главное, что все вопросы, они касаются Сочи, они не касаются ничего другого. Если готовы, давайте попробуем с вами. Ну что, 5000, что ли, не деньги, что ли, для вас? Ну, смотря какие там вопросы. Да легкие, давайте попробуем хотя бы. Ну, попробуй, ну, получится, заберете. Я же с вас ничего там лишнее. Вот давайте, вот, первый вопрос самый сложный. Сколько районов в Большом Сочи? Первый вариант – 3, второй – 4 и третий – 5. Сколько районов в Сочи? Ну, давайте вы. Вот вы сейчас находитесь в центральном районе. Да. Центральный район. Какой еще есть район? Какой еще есть? Хостинский. Хостинский, Лазаревский, а еще? Ну, я почитала еще Мацест. Не, Мацест — это Хостинский район. Ну, Мамайка. Это центральный район. Хорошо. Ну, 3 тогда? Почему 3? А что, а какие еще есть районы? А Адлерский. А Адлер тоже большой Сочи? Конечно. Ну ладно, мы потом посмотрим, может быть, вы все-таки выиграете. Давайте тогда другой вопрос. Самый большой район Большого Сочи. Вот, вот Большой Сочи – это от Магри и, соответственно, до Красной Поляны, до Адлера. У нас есть, соответственно, Лазаревский район, Центральный район, да? У нас есть Хостинский район, да? И Лазаревский район. Вот какой из них, по вашему мнению, самый большой? Вот самый большой по территории. Давайте я дам подсказку. Вот, например, Центральный район начинается на Майке, а заканчивается на Зимнем театре. Например, Хостинский район начинается от Зимнего театра, от Жемчужины, и заканчивается, соответственно, на Кудепсте, туда ближе к Кудепсте. Адлерский район у нас начинается от Кудепсте и, соответственно, до границы с Абхазией. Туда же у нас входил у нас сейчас Сириус, пускай даже будем, и все. Ну и Лазаревский – это у нас от Мамайки, от Мамайского перевала, и до чего? И вот до Магри. Ну, как вы думаете, какой самый большой район у нас по площади? Ну, Адлерский, наверное. Либо Лазаревский. Давайте один надо выбрать. Ну, я скажу так. Вот у вас, вот вы правильно. Вот вы рассуждаете правильно. Серьезно. Нет. Блин, у вас еще есть пару попыток. Давайте там в другое. Харцун. Давайте самый теплый район Большого Сочи. Вот у нас есть вот прям вот самый теплый, считается. Вот если вы откроете там Википедию, да, скажете, это самый теплый район Сочи. И вот вам там сразу выдаст ответ. Вот как вы думаете, какой район у нас самый теплый считается? Давайте порассуждаем. Смотрите, в Абхазии теплее, чем в Сочи, или холоднее? Теплее. Он уже получается южнее туда, правильно же? А Лазаревский самый холодный. Но здесь вот есть четкое определение, потому что у нас как бы Адлерский район захватывает и границу Абхазии, и Красная Поляна – это Адлерский район. Хостинский район – это у нас получается между центром и между, получается, Адлером. Какой же район все-таки? Давайте вот я сразу скажу вот ответ. Вот Лазаревская – нет. Вот Лазаревский – он самый холодный. Давайте выбирать из этих трех районов, который остался. Давайте будет Хостинский. Ну, Хостинский – это правильный ответ. Правильно? Вот видите, да, вы уже… Вам еще нужно 2 раза ответить, чтобы было все хорошо. Теперь давайте самый такой легкий вопрос. Самый заселенный район Большого Сочи. Вот где больше всего людей. Мы посмотрели, что у нас Лазаревский район самый большой, Хостинский район, он у нас самый теплый,
Адлерский район, он самый интересный, потому что все-таки там и горы, и все. Есть еще у нас центральный район, да, вот где мы с вами двигаемся. Как вы думаете, вот где больше всего проживает у нас людей? Хотя центральный район один из самых маленьких. Это либо центр, либо Адлер. Ну, надо выбрать. У нас только же один вариант ответа. Кстати, это правильный ответ. Это правильный ответ. Ну что, и у нас теперь самый, наверное, один из самых интересных вопросов, потому что вам нужно ответить. Если ответить на этот вопрос, все, у вас прям 100% уже есть 1000 несгораемые. Знаете, самое старое каменное здание в Сочи. Вот есть у нас вариант собор Архангела Михаила, да, вот где-то он находится вот возле морского вокзала. Есть у нас санаторий Мацеста, да, который был как бы одной из самых первых санаториев, который появился у нас в Большом Сочи. И вилла Надежда. Это, соответственно, та самая вилла, которая находится в парке Дендрарий. Вы же в парке Дендрарий были же? Да. Вот. Вот теперь как вы думаете, какое из этих зданий самое старое, самое первое и все вот. Санаторий Мацеста? Ну, хотелось бы, но нет. Значит, Надежда? И тоже мимо. Храм? Да, Архангел Михаил, он еще был основан, еще, знаете, еще в 1838 году. Ладно, давайте, может быть, ну, со вторым блоком повезет. Ну что ж, такая красивая девушка, она должна знать про Сочи все. Короче, самый легкий вопрос, потому что я знаю, что вы много гуляете, и сейчас, наверное, едете гулять. Да, не работать же поехали, гулять поехали. Вот. Самый большой парк в Большом Сочи. Вот Большой Сочи это от, давайте, от Магари договорились, и до Красной Поляны. Парк Ривьера, парк южных культур, это который парк Ривьера в Сочи, парк южных культур это у нас в Адлере, и парк Дендрари. Всего лишь три варианта ответа, вам как бы легко здесь сориентироваться. Самый большой парк по площади. Точно? Ну, я думаю, не Ривьера просто. Она поменьше. Угу. Ну, ну, вы должны все-таки выбрать какой-нибудь из вариантов. Пусть будет парк Южный культур. Нет, давайте мы не будем. Вы вначале сказали правильно. Мне что хочется, чтобы вы что-то хорошее забрали. Дендрарий. 44 гектара, понимаете? Он один из самых больших. А парк Ривьера 14,2 гектара. Он на втором месте находится. А парк южных культур, он всего лишь на третьем месте. У него 11 гектаров. Короче, парк Дендрари в 4 раза больше, чем парк южных культур. Представляете себе? Ладно, с этим не везет, но попробуем все равно. Вот какой вот парк появился самый первый? Вот давайте, самый старый парк в Большом Сочи. Это парк Ривьера, парк южных культур, либо парк Дендрарий. Какой вот парк у нас появился вот раньше всего? А затем развернитесь Ривьера. Ну нет, ну Ривьера нет. Я не знаю, такие вопросы сложные. Серьезно, сложные? Да. Серьезно? Да, я не знаю, этого всего я не интересовалась, когда там что построили. Ладно, Сколько? Давайте пока мы его оставим, потом поговорим про него. Да, давайте самый легкий вопрос. Мы вот сейчас с вами, вот как мы там проезжаем, там у нас курортный проспект. Вот как раньше назывался у нас курортный проспект? Вот есть вариант проспект Ленина, проспект Сталина, либо проспект Дзержинского. Курортный проспект – это у нас 10 километров вот, от Седла и, соответственно, до, там, до Мацеста. Вот это место, вот, курортный проспект называется. А как он раньше назывался? Ну, я не знаю, но пусть будет проспект Дзержинского. А Дзержинский – это у нас кто? Блин, давайте еще варианты. Это самый легкий вопрос. Я легче уже не знал, какой придумать. Ну, мне сколько лет, чтобы я туда... А сколько вам лет? 17. 17. Проспект Сталина. Конечно. Давайте еще один. Давайте самый легкий. Год основания Большого Сочи. 1838, 1834, либо 1832. Почти. Пожалуйста, не забывайте.
Сложная штука, да? Да, в конце маршрута. Хорошо, я знаю, что... 32-й метр? А? 32-й? Нет. А как вы думаете, а сколько лет городу Сочи? Вот в мае было день рождения? Не знаю. Не праздник, не запоминаю. Ну, давайте мы все равно вам дадим утешительный приз. Вы старались, вы не побоялись. Поэтому держите, это вам утешительный приз. Поездка у вас вышла бесплатно. Давайте я все-таки поближе, подъеду, чтобы вас никто не шиб, не дай бог. И лучше, наверное, с той стороны, потому что там нас прижимается. Вам хорошо погулять. Спасибо. Всего хорошего. Удачи. До свидания. Да, блин, да, блин, прикольно, конечно. Блин, хотелось бы, конечно, чтобы Красная улица, нифига себе, мы сейчас поедем с вами. Нифига, блин, хотелось бы все-таки, чтобы кто-нибудь выиграл. Давайте те же самые вопросы оставим. Слушай, ну хочется, чтобы кто-то выиграл. Красная улица 50. Красная улица 55. Нифига себе. Красная улица 55. Офигеть. Слушайте, ну блин. Ну да, 17 лет, наверное. Все-таки давайте попробуем более старшим возрастом, наверное, да? Потому что здесь что-то у нас какая-то происходит непонятная дичь. Ну, красавцы. Встали, как боженьки. У нас, кстати, сейчас улица, Красная улица. Мы поедем на Красную улицу. Я еду, да, по выделенной полосе, ребят, но у меня есть лицензия. Давайте не будем про это забывать. Поэтому мы ничего не нарушаем. Мы едем с вами согласно того, как у нас рисует наш навигатор. Нам ехать всего лишь 5 минут. Едем мы с вами в самую задницу, а может даже и передницу. А, я не предупредил, что я снимаю. Блин, ну а что, ничего страшного, блин, 1000 рублей дал. Просто так, бесплатно. Просто так дал. Согласен? Тихо, 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 ребят, тихо, 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 тихо. Вот желток, который сейчас разворачивался, он точно нарушал. А мы не нарушали, потому что мы, у нас лицензия, е-мое. Как же нам до этой улицы Красной доехать-то? Поверните налево. Через 200 метров. Держитесь правее. Нифига себе, да? Центр Сочи, да? Ни тротуаров, нифига ничего нету. На дорогу со стороны движением. Дорога, кстати, на злую Соболевку. Кстати, там человечек. Слушайте, мы, наверное, тоже его подснимем, да? Попробуем же подснять? Попробуем. А почему нет, да? Посмотрим, кто там у нас будет и куда поедет, если дорога дальняя. Хотя я посмотрел, в принципе, в 15 минут можно уложиться. Вот сейчас мы проверим жителей Сочи. Ну, я же и так, да, даю и подсказки, и все. 17 лет. Девчонки, 17 лет. Ну, как-то неинтересно даже про свой родной это. Даже района не можешь сказать, да, сколько районов. Давайте, может быть, у нас более взрослые аудитория, может, они нам скажут, блин. Давайте попробуем включить сразу. Раз.
Здравствуйте. Здравствуйте. Парк Ривьера? Да. Да-да. Гости? Да. Что-нибудь про Сочи знаете? Что именно? Ну, у нас есть возможность, вы можете отвечать на вопросы, связанные с Сочи, и на халяву получить 5000 рублей. Да. Первый блок 5 вопросов, можно допустить 2 ошибки. На 3 отвечаете, да и тем более варианты ответов тоже есть. Конечно, для вас это ничего не стоит, но если вдруг вы прям действительно сможете ответить, то, конечно же, за первый блок вам 1000 рублей, за второй блок вам дается 1500 рублей, и за третий блок вам дается 2500 рублей. В общем, в первом блоке можно допустить 2 ошибки из 5, во втором можно допустить 1 ошибку из 5, ну а в третьем из 3 вопросов нужно, короче, ответить на 2, не, одну ошибку тоже можно допустить. Давайте с вами немножко пробежимся по городу Сочи. Давайте. И я позадаю вам вопрос, а что, почему нет? Представляете, сейчас на халяву еще вы сможете там покататься и так далее. Знаете, вот первый вопрос, наверное, самый сложный. Сколько районов в Большом Сочи? Давайте сразу вам скажу, что в Сочи нет отдельно это города Сочи. Есть у нас понятие Большой Сочи. Это от Магри и, соответственно, до Красной Поляны, до Сириуса, да, так называемого. Mm-hmm. Вот сколько районов у нас в Большом Сочи? Первый вариант ответа – это 3 района. Второй – 4 района. Или все-таки 5 районов. Сколько районов вот в нашем городе? Давайте 3 ответить. Блин, нет, хочется, чтобы вы что-то повыиграли. Давайте порассуждаем. Вот вы сейчас находитесь в центральном районе. Центральном. Еще какой район есть у нас? Центральный район. Еще есть? Какой еще есть? Хостинский, прикиньте, Хостинский, тоже. Да. А еще? Давайте. Вот, тоже легче будет. Я бы за ответ 5. Приземлились вы где? На тройке. А, приземлились мы в Сочи. На самолете полетели? Нет, ну вообще, если бы полетели. В Адлере. Адлерский район есть, правильно? А еще какой район есть? Если бы ехать ближе к Краснодару. Лазаревский. Ну только мы, все. Так, ладно. Попробуем, посмотрим. Давайте тогда так. Вот самый большой район у нас вот в Сочи, да, в Большом Сочи. Вот смотрите, у нас, если мы возьмем с вами Лазаревский район, он идет у нас от Магри и до, получается, до Дагомыса, до Мамайского перевала. Потом у нас идет Центральный, это от Мамайки и вот до этого места, где мы сейчас с вами едем. Uh-huh. Потом идет Хостинский, это от Жемчужины, от отеля, uh-huh, и до Кудепста. И Адлерский район, это у нас от Кудепста, это курортный городок, Красная Поляна и все остальное. Вот как вы думаете, вот самая большая территория у какого района? У Центрального. Центральный самый маленький, я открою. Мне кажется, что вот этот последний. Адлерский? Вы сказали, да. Не совсем. Да? У него второе место. Понятно. Ну, значит, где-нибудь Лазаревское там. Да. Ну, Лазаревское. Давайте попробую зачесть. Ну, может быть, следующее. Но все равно Лазаревский район, он реально самый большой. Mm-hmm. Давайте теперь другой вопрос. Самый легкий вопрос. Самый теплый район Большого Сочи. Самый теплый. Какой у нас? Самый теплый? Да, средний по температуре. Вот у нас вот. Разве не одинаковая температура? Нет, у нас выше, разница ниже. Есть, да. Лазаревском попрохладнее, там есть такие моменты. Ближе к Краснодару явно будет попрохладнее. Логично, да, логично. Я думаю, что тропический тундра, наверное, здесь. Ну какой же это район все-таки? Самый теплый считается. Вот если вы возьмете как-то потом дома, перепроверите меня, загуглите. Самый теплый район Сочи. И там образ сразу, и сразу напишет. И что он напишет? Ну это не Адлерский район, мне кажется. Ну а какой район? Который вот здесь, где вот мы едем сейчас, я думаю. Ну не где мы сейчас едем, а... Как вы его называли там, ку-ку-ку? У нас, смотрите, есть Адлер, который ближе к Абхазии, mm-hmm, потом есть Хоста, потом есть Центр и есть Лазаревский. Лазаревский, он самый явно, северный. Он явно не будет самым теплым. Угу. Я бы, наверное, за Хосту. За Хосту? Да. Ну, вы правы, Хостинский район он действительно самый теплый. Так бы, по идее, по логике кажется Адлер, но так как в Адлер входит у нас и Красная Поляна, и поэтому, mm-hmm, получается средняя температура, все равно получается Хоста самый теплый. Ладно, давайте мы это засчитаем, это однозначно.
Ну а теперь самый легкий вопрос. Самый заселенный район большого Сочи. У вас же в родном городе тоже есть районы, правильно? Как бы? Конечно. И вот у нас вот 4 района, как вы думаете, где больше всего проживает у нас людей, прописано людей? Мне кажется, в центральном. Ну, вам нужно здесь выбрать самим. Здесь я уже вам не советчик. Ну, давай, Адлер. Да, давайте ответ Адлер. Адлерский район. Я вас поздравляю, это неправильный ответ, потому что центр и Адлер на втором месте, но разбег с центром вы даже представить не можете. Разбег с центром просто огромный. Ладно, давайте мы еще. Давайте вот. Самое старое каменное здание в Сочи. Вот самое старое. Вот тоже вам дам варианты ответов. Вот у нас есть, получается, здесь недалеко церковь. Вы, наверное, ее видели, где у нас, ну, в общем, она называется, вот видите, тоже Архангел Михаил, сейчас мы увидим. Это называется собор Архангела Михаила. Потом у нас санаторий Мацеста. На Мацесте, да, вот где там Сталин любил и так далее. И, конечно же, вилла Надежда, которая находится в Дендрарии. Вилла Надежда посередине такой, как музей. Mm-hmm. Как вы думаете, вот какое из этих зданий самое-самое старое? Старое, как мамонта, вот. Какое из них вот самое первое, самое старое, которое сохранилось? Давайте вилла Надежда. Вы там были? Нет. Блин, надо сходить вам туда. Вилла Надежды нет. Мы в этом, в Дендрариуме. А, подожди. Дендрария, она и находится, да, в Дендрарии. Да, мы были. Это где, который, да. Это вот она на самой там верхушке, да? Да. На самой верхушке. Ну, ну да, посередине. По лесенке, да, подниматься. Нет, она старая, ну, блин, ну не такое. Что, церковь? Есть старее. Есть старее? Да, церковь, конечно, старее. С года основания. Церковь, это прям тоже церковь. Хотя, надо, чтобы я, наверное, отвечал. Да, давайте лучше так. А давайте так, прям такой легкий вопрос. Самый большой парк в Большом Сочи. Это парк Ривьера, парк Южных культур или парк Дендрарии? Парк Южных культур находится у нас в Адлере, Дендрарий находится с той стороны, и парк Ривьера, куда мы с вами сейчас едем. Как вы думаете, какой самый большой парк по площади? Ну, мы были только в парке Дендрариум. Он имеет верхнюю и нижнюю часть. Угу. Мне кажется, что он. Да. Все, это правильный ответ. Действительно, я не буду вас подбивать, потому сейчас... Да, кстати, парк Ривьера находится на втором месте, парк Южных культур на третьем месте. Это самые большие парки в Сочи. Ладно, давайте посмотрим. Как вы думаете, какой у нас самый вот старейший парк в Большом Сочи? Парк Ривьера, парк Южных культур или все-таки парк Дендрарии? Вот между Дендрарием и чем-то еще надо выбирать. Дендрарием явно не молодой парк. Ну, как бы по логике вещей. Я бы опять за Дендрарием. Опять за Дендрарием? Да. Не может быть такого. Ну, это правильный ответ. Дендрарий, да. Он у нас, да, самый-самый. Видите, я уже думал, лучше я вас сбивать не буду. Кстати, вот сейчас прям, вот я смотрю в возрасте, потому что до этого девочка была 17 лет, она не знала. Вот как раньше назывался Курортный проспект? Вот Курортный проспект, это вот отсюда, uh-huh. И получается у нас до Мацеста. Uh-huh. Вот Курортный проспект. Как раз то, что разделяет у нас нижний Дендрарий от верхней Дендрарии. Как он раньше назывался? Вот есть несколько вариантов. К примеру, проспект Ленина, проспект Сталина или проспект Дзержинского. Я даже дам подсказку, появился он в 34-м году. Дзержинского. Как? Еще варианты ваши. Мне просто интересно. Мне просто интересно, вот, интересно просто посмотреть. Вот тут я вообще не знаю. О, нифига себе, с люлькой. Харли Дэвидсон, обалдеть. Проспект Курортный, проспект Курортный. Вот это курорт, вот мы сейчас ехали по Курортному проспекту. Понял, красивый, блин. Как улыбка у Бузовой, вот такой же красивый. А, Ленина. Девушка, давайте ваши варианты. Давайте Ленина. Тут даже Ленин нарисован. Блин, ну как Ленин, он мало что нарисован. А вы знаете, что за ним находится стриптиз-клуб Боди-Боди? Ну это же не знаешь, что там он, там, Ленин стриптизом занимался. Ну нет, конечно, там вот... Значит, у нас находится вот стриптиз-клуб мужской. Мужской? Ну, Ленин не спонсор. Нет, женский. Мужской находится в другом месте, там, да, в маячке. Мы знаем. В маячке. Нет, Сталин назывался. Сталин. Сталина? Конечно, Сталин. У нас Сочи обязан Сталину. Ладно. У него дача здесь была?
Да. Тоже, знаете, год основания Большого Сочи. Есть вариант, а до 1838, 34, либо 32. Первый. Какой? Первый вариант. 38? Да. Да, правильно. По Андреопольскому мирному договору он перешел от злых турок, от Хюрем-Султан перешел вот к нам. Ну, конечно, Хюрем-Султан был там на 500 лет раньше, но ничего страшного. Почему здесь памятник Пушкину стоит? Я Где? Где? Потому что там есть библиотека имени Пушкина. Да, вот рядом. Да, и да, у это здание, кстати, одно тоже из самых старейших, оно на втором парке, месте. Вот в этом. Так он тут не был же никогда. Ну, как не был, ну, как бы все равно. Ну, все равно Пушкин-то это у нас. Пушкин? Пушкин везде памятник есть, в каждом городе России. Понятно. Только в Украине сейчас их посносили, а здесь-то у нас все хорошо. Значит так, ответов было верных мало, мы все равно дадим вам утешительный приз. Да, куда, да, конечно, чтобы у вас осталось хорошее настроение. И теперь, я думаю, вы обязательно возьмете и попробуете поизучать. Я вот уверен на 100%. Спасибо. И вот теперь в парк Ривьера зайдете, там много чего будет интересного сказано. Ладно, вам всего хорошего. Спасибо. Хорошего отдыха. Давай я там буду. Все, спасибо вам. Огромное. Хорошего. До свидания. До свидания. Опаньки. Надерем всем попаньки. Короче, мы поехали черт знает куда, на Гагаринскую. Зачем мы ее взяли, непонятно. А здесь мы с вами немножечко берем чик и отключаем. Ну, тяжеловато. Ну, кстати, вопрос такие, да. Ну, слушайте, ну вот есть вопрос прям реально легкие. Например, проспект, да, какой там, ну, Сталина, да, или там, не знаю, там, ну, об этом уже должны все знать. Логично же, логично. Поэтому я думаю, что я подобрал разные. Но хочется все-таки дойти до последнего блока. Вот последний блок, он самый интересный. А, даже не переходить хотят. Ладно, поедем с вами дальше. Хочется же прям от души, все, что касается Сочи. Ну, год основания, ну, не знаю, там уже просто, я вижу, я все тоже пометки сделал, да, чтобы кто-то будет спорить, чтобы ему сказать, вот, все. Ну, все равно, да, ну, раздали, ничего страшного нет. Ну, мелочь, как бы, приятно. Мы с вами сейчас едем по проспекту Ленина, как вы догадались, или по проспекту Дзержинского. Вот почему Дзержинского? Почему всем на ум приходит Дзержинский? Почему никто ни во что не ставит у нас нашего прекрасного вождя Сталина, да? Ну, серьезно. Ладно, давайте мы с вами проедемся. Я думаю, поездка займет 6 минут. Самое интересное, что когда Яндекс рисует, да, он тоже рисует, он здесь тоже, да, эвакуаторов пока нету, да, хотя знаки, что и там парковаться запрещено. Хотя, с другой стороны, есть одна парковка, и то она непонятно как. Все, ребят, мы с вами едем дальше. Слушай, ну если так вот у нас все пойдет плохо, мне придется уже свои деньги доставать. Слушай, ничего сложного нет, да? Прям сразу. Не будем решать за людей. Хотя вот мы сейчас едем в блатной дом. Мы едем на Гагаринская 3/8. Там у нас одни блатные. Вот это я понимаю по-нашему. Давай без майки. Давай. Вот это понимаю по-нашему. В общем, сейчас мы с вами попробуем еще позадавать вопросы. Дарить людям прекраснейшее настроение. Куда же без этого? Правильно же? Куда же без этого? Ползем с вами дальше. Все красиво, да? Красиво, прекрасно. Хоть даже и пасмурно. Кстати, вот когда ты через приложение заходишь, то тебе как для такси рисует, да, вот и по выделенным полосам все. Когда ты просто берешь, ну не получается. Еще бы Яндекс придумал для мотоциклов что-нибудь. И было бы офигенно было бы. Блин. Куда же мы, интересно, поедем? Вот видите, ребята, вот как все говорят, да, вроде от Красной, вроде до парка Ривьеры, теоретически кажется, недалеко идти. Кажется, прям реально недалеко. Но по факту, ну, некомфортно идти, где вот я их забирал. Правильно же?
О, на красный сигнал. И эти тоже на красный сигнал. Все на красный. Красавцы. Красавцы, да? Самое главное-то мы упустили. Едем дальше. Да, меня кто-то спрашивал, у тебя есть лицензия? Да, есть. Я очень сильно заморочился. И я все сделал так, как положено. Потому что хотел сделать все правильно, по-честному. Куда же нам без этого, да? Все, ребят, вот здесь, кстати, у нас закончился центральный район. Через 300 метров поверните направо. Кстати, вы можете загугливать, перепроверять каждый мой вопрос. Я же знаю, вы же всегда воспринимаете то, что я делаю, вроде, хочу как лучше сделать, а все равно всегда это воспринимается не очень хорошо. Согласны со мной? Согласны. Поэтому сейчас здесь быстренько проедем. Осталось 200 метров. Давайте все-таки включим камеру на всякий случай. Правильно? О, да, вроде включилось. Попробуем сейчас с вами еще кое-что. Ну что у нас? Все, мы здесь приехали на месте. Ну как вот, смотрите, ребят, просто я покажу. Вот, понимаете? Вот этот дом. Это вот улица написана, понимаете? Вот с какой стороны я должен стать? У меня геолокация показана, что они здесь. Вот скажите, как? Здравствуйте. Здравствуйте. Не закрыла? Или закрыла? Закрыли. Угу. Если бы вы не закрыли, вас бы ударило током. У меня там какая-то система стоит злая. Какая жалость. Мне именно этого и не хватало сегодня. Так же плохо, что ли? Присоедините, пожалуйста, потому что у меня будет печать до последнего, пока всех не начнет раздражать и кто-то возьмет и не выйдет в эту дверь. Такая система. Мы куда с вами едем? На СНТ, что-то там такое. Я понял, но я просто проверю, значит, все правильно, мы едем. СНТ. Дагомыс. Да не может быть. Я думаю, почему это СНТ не знаю? Думаю, что-то я все в голове прокрутил, думаю, ну как так-то? Вас, видите, в этом доме во двор не пускают, поэтому стоим всегда сбоку, чтобы там кто откуда просто, нас. Просто там с другой стороны заезд. Вы со стороны Светланы, что я впереди? Да. А вот тут. А у нас просто Яндекс точку так показал. Мы же это едем не как нам это. Мы же не по адресу едем, а едем по точке. Точка, которая стоит, мы туда и едем. Так же, как и здесь. Вот сейчас поставили точку, мы едем с вами на точку. И потом маршрут, который она рисует. Мы не можем там ни влево, ни вправо идти. Ну, как считается, для вас оптимальный вариант. Все за нас делают. Что, у нас перевал, что ли, пустой, что-то 19 минут показано всего лишь. Что случилось? Да, кстати, я тоже заметила. Может, потому что выходной, поэтому так повезло. Вы, может, родственники Путина, и вам открыли зеленую дорогу для нас специально, нет? Не будем эту тему обсуждать. Хорошо. У вас день рождения? Вас можно поздравить? Нет. Просто все с пустыми руками, вы с подарками, думаю, значит, вам подарили, думаю. Нет. Гости едет. То я думаю, у вас, наверное, день рождения. Думаю, ладно, поздравим, что. Ну, ладно, хорошо. Ну, скоро будет день рождения, не переживайте. Да, скоро зимой будет, февраль. Когда-нибудь у всех будет, да. У меня тоже в феврале будет день рождения, не переживайте. Не, вот 11 возьмет и будет 11. 11 февраля. Не, февраля. Февраля? Да. А, февраля. 2 августа день рождения у жены. 1. Поверните налево.
Я в Сочи переехал только из-за того, чтобы на свой день рождения можно было выйти и сделать шашлык. А то я там, где жил, там, блин, на свой день рождения сидят минус 35 градусов, и там, блин, и там у нас, он вообще здесь не должен ехать. Ну он же с Абхазии. Да, он здесь не должен ехать. Согласен, что он запутался. И поэтому извините, пожалуйста. Здесь у нас все едут. Ладно нам, там у нас все есть, у нас все лицензии есть, все. А этим ребятам нельзя. О, спасибо, пропускают, спасибо. Откуда приехали, что в феврале месяце 35 градусов морозов? Из Сибири? Вот ваша знает такой, знаете, есть сейчас песня модная, черный дельфинчик такой-то, дельфинчик с черным фонтаном такой-то, знаете, в окружении семи тюрем. Вот ты выходишь и везде тюрьма. Магадан. Не Магадан, Орск, Оренбургская область. Оренбургская область. Там, куда не выходишь, везде все, везде такая зона. Везде. Как здесь парки, только там везде зона. Везде ходит, да? Ну, конечно, остается там, встречает свою любовь. По переписке. Как вы выдержали натиск, минуя все эти злачные места? Нет, либо хорошо. Либо то, что побывали? Нет, там не побывал, но как бы зато там, знаете, там есть свои плюсы в Орске. Хоть там и загазованность, там вот есть холодильник Орск, есть тушенка Орская, есть там завод тракторных прицепов был, есть автобусы, там, ну, там много чего делалось, там никель и так далее. Ну, там одно хорошо, там учат следить за своим языком. Как бы такого, как здесь все позволяют, там, я твою маму, там, я тебя в рот, я тебя... Там такого нет. Сразу, скорее всего, тебе под ребро что-нибудь, затычку какую-нибудь засунут. Поэтому там вот в этом отношении, ну, нет такого, как здесь вот. Здесь вот посмотришь, все друг друга переделали. Ну, я вам хочу сказать, люди, которые здешние прям... Они тоже много чего себе не позволяют. А вот те, которые с ряда определенных регионов прибыли, они немножко подпортили. Да, я согласен с вами. Мне тоже, я к местным, которые хорошо, нормально потому отношусь. Потому что здесь все равно менталитет немножко более кавказский был раньше. И какое-то уважение друг к другу было более. А потом очень много стало приезжать людей, которые вот вообще не уважают ни взрослых, ни, в принципе, людей, как минимум. У нас очень много каких-то там людей, которые все считают, что надо жаловаться, все недовольны, все друг другу обязаны. Здесь раньше такого не было. Ну вот просто сейчас, если смотреть там сводки, да, ЧП Сочи, что не инцидент, то у нас вот... Ну, как бы, не хочу даже что-то на эту тему трогать, потому что ничего хорошего и не будет. Вчера вез пьяного мужчину, он похвастался, что выпил 6 бутылок водки, он даже в машину не влазил, там, наверное, килограмм, наверное, 170. Ну, как он разговаривал с дамой, которая рядышком сидела, ну, стыдно становилось, ну, просто стыдно стало. Как бы нас так, ну, не принято общаться с девушкой. У нас девушка это святое, это, ну, она же будущая мама. Правильно же? Вот нас так вот, как бы, девушка это святое. Да и старшее поколение тоже это святое. Если бы не они, не было бы нас. А здесь вот он едет, там непонятно, как с ней общается, думаю, как она его терпит, думаю. И она это терпит. Она русская, кстати. Поэтому такая тоже осада остается все равно. А затем поверните направо. Так, давайте мы здесь пропустим. Поэтому сейчас здесь гораздо проще, гораздо легче. Нет, там тоже как бы, ну, наш, знаете, от тюрьмы же не зарекаются, ну, по-разному бывает. Везде же бывают такие. Ну, например, я с тех, кто ходил в рукопашном бою, со мной ходил, тогда, помню, взрослый мужик такой, Пашка. И, например, он отсидел 4 года. Он шел домой с женой. И 4 человека взяли и начали грубить, и начали еще и распускать руку
чтобы он, ну, как бы, руки к девушке, к его жене, чтобы он с ним поделился. Ну, такое бывает. Тоже алкаши же и все. Конечно. Ну, в итоге он, как бы, переборщил и двоих убил. Ну, бывает такое. Там вытащили нож, ну, и он двоих... И дали превышение самообороны, 4 года он отсидел. Ну, не 4, там 3 года отсидел, его все равно отпустили. Но факт остается фактом. Вот на пустом месте взял и человек получил срок, да. Хотя парень нормальный, у него там образование педагогическое, там детишкам преподавал, там все такое. Жил в спортзале, там ни разу не видели, чтобы он бухал, там не курил ни сигарет, ничего. Просто, ну, вот такая ситуация раз и получилась. И вот 3 года отсидел ни за что. За то, что, типа, он превысил самооборону. А он говорит, а как, если 4 человека? А они пьяные, вроде упал, потом встает и опять за нож хватается. Говорит, пришлось, говорит, это... Ну, вот видите, разно же бывает. Мы же в России живем. У нас застройщика одного посадили не так давно. Там у него жилой комплекс построил, хороший, красивый. Да еще много. Второй раз за одно и то же дело посадили. Второй раз. Это что, в России так такое может быть? Хотя единственный застройщик, который для города хоть что-то сделал. И набережную на Мамайке, и там сделал, и детишкам помогал, и всякие, у него фонд был свой, и все. А сейчас взяли, второй раз посадили, вот, прям буквально полгода назад, за то, что он уже отсидел 1,5 года назад. Понимаете? Но я знаю, что будет хорошо. У нас же новый мэр. Все будет хорошо. Кстати, его хвалят. Так еще пока хвалить и не за что. Пока хвалить не за что хвалить. Да, да. Чего хвалить-то? За что? Старого тоже хвалили, правильно? Нет, когда новые хвалят, а потом... Старого изначально не хвалили. Про старого, про какого из них? Ну как... Говорили, молодой, красивый, амбициозный. А в итоге ничего. При Пахомове порядка бы даже было больше. Намного, да. И машины парковали все как положено, а не как сейчас у нас бардак творится. И все остальное. Все ругали Пахомова, а он все-таки делал свое дело. Нормально, молодец. Посмотрим, что будет с новым. Я считаю, что когда ставят из непонятно откуда, когда человек не знает проблему города изнутри, ну как он может на это повлиять? Вот я думаю, что, например, наш мэр города не знает, что если с утра пойти на пляж Ривьера, на пляж Маяк, на пляж Цирк, он не знает, наверное, что до 9 утра ни один туалет не работает, хоть платно, хоть бесплатно. И приходится всем мгновенно ходить в море. Логично же. А я в это время бегаю с утра. Я знаю. Один раз приспичило. Думаю, нифига себе, оказывается, как у нас все здесь хорошо сделано. Или, наверное, на Донскую тоже вряд ли поднимется на Тимирязево. А там асфальт как смыло 2 года назад в дождь. До сих пор асфальт не восстановили. Таких мелочей же много по Сочи. Как же нам повезло. Без пробки, без ничего. Представляете, какая красота. Значит, вы не грешили сегодня вечером. И с утра не грешили. Это же прекрасно. Конечно, не успел, а с Адлера уехал. Я в Адлере взял сегодня 3 заказа, и все депрессивные, один другого депрессивнее. Такое ощущение, как будто у них конкурс. Вчера с Адлера Сочи такой, это длинная пробка была, мы гадали. Да не, вы не попали в пробку, Татьяна. Это еще... Вы не знаете, что пробка, это еще не пробка, вы нормально приехали. Я сейчас с центра Сочи после до ЛОО ехал 2 часа. Вот здесь все стояло. Да, вот до ЛОО просто красное было.
знаете, вот у него жизнь удалась. Он сел по этой трассе, ему по барабану. И ему хорошо. Да, в этом понимаешь жизнь по кайфу. Блин, если вот вам там холодно, я знаю, что вас, наверное, сейчас задует, вы же девушка, вот так вот я повернул, там нормально, да? Да, да. Просто да еще, да, еще просто говорите, что там если задувает, там мало ли что. Там просто повернули и все. Нет, наоборот, хорошо, свежий воздух. Ну просто кто посередине, я знаю, там и сильно задувает. Да. Даже посередине находится, да, поэтому продует сейчас еще, не дай бог. А вы хотите свататься? Хотите избавиться от самых младших? Походу я угадал, да? В точку. В точку? Блин, ну это ж классно. Это же новая семья. Это классно, блин. То все меньше и меньше становится население-то. У нас вообще в этом году мир сходит с ума. Как не посмотришь, каждый день то утопленник, то со скалы падает, то на этих, этих досках, я забыл, как они называются, куда-то уплывают и обратно плыть не могут, то каждый день что-то происходит. Каждый день люди гибнут. Поэтому надо размножаться, надо. Все, как Путин сказал, надо все. Год семьи. Конечно, год семьи. Только убрали семейную ипотеку. Решили поддержать, так поддержать, да? Год семьи. Ну, уже своими силами. Ну вот скажите, как здесь своими силами в Сочи можно заработать на квартиру? Студия 9 миллионов, какая-то самая такая. Однокомнатная квартира от 15 миллионов. Как здесь можно заработать? Ну, это очень тяжело. Так и так подорожали, уже цены поднимали, да, сейчас в Сочи еще хуже. Несмотря на это же, все равно хотят жить в Сочи. Конечно. Стараются. День и ночь. И даже если брать граждан, которые прибыли с Украины, они же все не захотели ехать в центральную полосу, на север, где можно там подъемные получить, жилье получить и все остальное. Они все решили, что лучше мы на пляже будем жить, но в городе Сочи. Ну, по-разному. Я много каких людей повидал с разных уголков. За одних как бы больно и жалко, когда они расстраивают, ну, рассказывают. А за других стыдно, когда они рассказывают. Поэтому по-разному, разные есть люди. Одни, которые рассказывают, как они там за большие взятки бежали там и так далее, рассказывают, как они там переплавлялись, как они ехали. За них стыдно, там бугай 2 метра и все. А когда там бомбили и так далее, там со осколками уже не так. Арман, а вы уже домой едете, да? Привет, привет, да. Мы гости едем. Арман. Угу. Ладно, давайте домой поедете, позвоним. Ладно, давайте. Нормально, все нормально, это нормально. Да, давай, Кать. О, нифига себе, асфальт сделали. Обалдеть. Слушайте, хорошо здесь сделали. Здесь не было такого асфальта. Я здесь был года 4 назад. А мы были 2 года назад. Да, позапрошлом году мы были. Позапрошлом году были. Хорошо, если сделали. А пойдем, я как запомню. Лишь бы это делали хотя бы. Узкие дороги. Нет, ну это нормальные дороги. Здесь еще нормально. Это же не лысая гора.
Боже. Конечно, то, что дети на спецтехнике на дорогах общего пользования, это, конечно, не есть хорошо. Ну, что-то с Бог. У нас поди сюда. Куда идете? Прямо, прямо. Прямо? По идее, прямо. Ну, если бы вы правильную точку поставили, то прямо, да. Ну, если нам правильный адрес сказали, то... Ну, я вас буду встречать же, правильно, с цветами, там, не знаю, там, с музыкой. С цветами, с шашлыками, точно. Ну, по идее, здесь направо, по идее. Да, здесь. Знаете, у нас все машины, ну. Куда-то это пошло. Здесь, да, по идее? Да, да, вроде, да. Справа там был. Справа, наверное, вот этот ворот отчим, но он... Ну да, вот их дом строится. А, стой, строится, Леленька. Вот их, вот доехали. Вот этот? Мне кажется, да. Ну, по идее, вот здесь показывают, да, здесь. Вот, да, да, вот. Да, да. Я шучу. Ну, спасибо вам огромное. Пожалуйста. Большое спасибо. Вкусных шашлыков вам. Шашлыком не пахнет. Кстати, шашлыком не пахнет. Я тоже видел, не пахнет шашлыком. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Пришлось меня раскрутить на душу, а то думаю, сейчас еще пиндюрит. Просто, понимаете, точки ставят, а потом еще ты берешь и оказываешься якобы неправ. Но с ними я не стал играть, потому что они бы сейчас вообще обозлились. Потому что они как бы, те, которые местные, они вообще ничего не знают. Вот, вот любой вопрос задай, они сразу там как бы, с такими лучше не играть, лучше. Ну, потому что я знаю, с кем можно, там, да, а с кем нельзя. Вот с ними точно, потому что я чувствую, что они вот, ну, реально ничего не знают про свой этот. Короче, нам отсюда надо свалить. От греха подальше. Жопа, да? Да. А, вы же не видите. Ха-ха-ха. Ладно. В общем, мы так потихонечку выезжаем. Слушай, ну прикольно так место. Так живот болит, если честно, ребят. Может быть, мне надо есть просто побольше. Слушай, один, надо все-таки это еще с кем-нибудь позадавать вопросы. Даже. О, нифига себе! Я уже 7200 заработал за сегодняшний день. Обалдеть! Вот этот я красавчик. Как жилой комплекс «Остров мечты». Заметили, как мы быстро сюда доехали, да? Жилой комплекс «Остров мечты». Ну, 20 минут показываю доехать. 17 даже. Слушай, ну я в этом районе не хотел бы жить. Ну нафиг. Приехали в гости, там даже мяса нету. Понимаете? Вот как можно так жить? Нет. Здесь надо ехать аккуратно, у нас же детишки были, да? Через 200 метров крутой поворот направо. Ну, здесь, конечно, ты приезжаешь себя порожняком. Здесь нифига не будет ни заказов, ничего. Здесь, конечно, можно, как настоящие таксисты, проехать. Ну, давайте мы все-таки по правилам дорожного движения пройдем. Мы же с вами порядочные арестанты, правильно? Не будем здесь, да? Вот как вот этот. Не будем уже здесь так поворачивать. Развернемся, тем более. Ни пробок нет, ничего. Вот так тоже не будем делать. Ну вот здесь страшно, да, поэтому ехать. Здесь, вы видите, вот он. Здесь нет разрыва, здесь сплошная линия. Вот. Открою вам маленький секрет. Сплошная линия. Время 20 минут.
Сейчас мы здесь развернемся и, наверное, поедем потихонечку уже домой. Согласна же со мной? Зона-зона, вне сезона, канитель. Слушайте, а получается, если мы повернули бы налево, то мы бы доехали уже быстрее, да, этот круг бы не сделали. Ну, блин, ну это же некрасиво получится, нехорошо, правильно же, согласна же? Поэтому мы сейчас здесь с вами и развернемся. В Дагомысе делать нечего, заказов здесь все равно не будет. Это 100% информация. Ну и, знаете, столовая хорошая с левой стороны, которая называется в последний путь, это каньон. Классная столовая. Видите? И все хорошо получается. Ну, в принципе, не страшно предлагать. Говорю, просто говорю, единственное, что вот когда местные, они там, ну, не хочу это так делать, потому что, ну, я знаю, что будет такое. Поэтому, вот, видите, там, чуть про Путина сказал хорошо, уже негатив. Поэтому не надо здесь. Рейтинг 4,96. А, да ладно, здесь тоже. Не, ну здесь в Дагомысе, чтобы получить заказ, это надо взять эконом. Вот если эконом поставить заказ, эконом, то все, без проблем. Давайте попробуем для интереса. На эконом это будет жесть. Давайте мы тарифы раз. И поставим эконом. Оп. Ну-ка. Здесь даже эконома нету. Здесь тоже вызвать только какой-нибудь это, такси-лошадь, там, ну, не знаю, там. Такси там лошадка. Нет, давайте лучше отключим. Мы дали шанс. Шанс не реализовали. Ну вот так, видите, если вы такой ДГМС, конечно, так одно удовольствие кататься, да? Потому что посередине-то едешь. Тоже определить. А, блин, здесь же это, у меня же навигация, ой, это включена там, сейчас могут сказать, блин, ты что так едешь быстро? Видите, везде сделали, да, чтобы не пересекали. И обычно любой нормальный человек, а в левом ряду едет, скажет, блин, ну, все должно быть хорошо, без препятствий. А у нас сейчас там больше груз едет в крайней левой полосе. У меня, кстати, с детьми садятся, но я их не выгоняю, ничего. Но именно целенаправленно взять детский тариф, как бы включить, я пока не хочу. Колонка, пропан. А зачем мне колонка, пропан? Ты что делаешь? Колонка, пропан. Вот, видите, как здесь у нас местный, да? Вы же видели, какая это здесь? Ну давайте, езжайте. Ну езжай, здесь нельзя поворачивать. Нельзя здесь ничего делать. Бестолочи тупые. Здесь нет поворота. Эй, тоже выехал, тебя тошнить будет кое-как.
Вот это, поэтому здесь, видите, такая ситуевина. А я почему сигналю? Потому что мне могут впендюриться в жопу. Потому что никто из нормальных людей не ожидает, что здесь может быть такая жопа. Скажет, блин, согласны со мной? Согласны. И могут просто догнать задницу. Вроде кто-то говорит, они же не мешают. Ну как не мешает? Пробка образуется, затор образуется. Вот тебе не мешает. Да, конечно, надо было еще один все-таки эксперимент провести. Хотя уже темно становится. Ну давай, двигайся, либо едь быстрее. Анапская улица. Давайте попробуем принять. Через 200 метров поверните направо. Маршрут перестроен. Через 200 метров поверните направо. Может, все-таки мы с вами сможем доснять наш контент. Двигайся на свою сторону. Ну, здесь бесполезно ловить заказы. Вот у нас гаишники, если вы смотрите, вот у нас злостный нарушитель, который берет через две сплошные линии поворачивает. Слушайте, может, мы сейчас успеем подснять? Долгий светофор, конечно, здесь. Анапская улица, 19/1. Сейчас заберем оттуда. Все по дороге ехать, правильно? Сейчас тоже посмотрим на людей. И уже посмотрим, решим, стоит или не стоит с ними поиграть. Тот скажет, просто в комфорте, поэтому они ничего не знают. Но экономия не готов брать, ребята, извините, я уже брал эксперимент. Ничего хорошего не получилось. Поэтому комфорт. Я считаю, что я должен возить комфорт плюс только. Да ладно. Ну давай, езжай, езжай. Давай, езжай. Через 1 километр 500 метров съезд, поверните направо, а затем поверните налево. Ну давай, ну ты что делаешь-то, ё-моё? Ну ты же должен понимать, что ты мало того, что там нарушил, здесь по сплошной линии едешь. Ну куда ты меня вырезаешь? Ну ты что делаешь-то? Ты что делаешь? Ну, понятно там. Просто что ты делаешь-то? Хочешь погоняться? Давай погоняемся. И ты опять не едешь, опять ты не едешь. Ты либо едь, либо не едь. А? Ты либо едь, либо не едь. Ну давай, давай, вырезай. Ну ты что делаешь-то? Ну у тебя ум-то есть? А? Комплекс, что ли? Комплекс, что ли, у тебя? Неполноценности? А? Ай, блин. Ну реально, вы говорите, почему я против Toyota и Lexus? Ну реально обиженные. Вот серьезно говорю, обиженные жизнью. Реально обиженный, вот просто по-другому никак назвать нельзя. Наверное, видели, да, что я творил? Ну ты мало того, там нарушил, потом там, потом ты начал препятствовать обгону, потом ты берешь там что-то там перестроение, без поворотников, без ничего. Ну как так-то? Ну это же свинство.
тоже не хотел уже брать заказ, но действительно берешь там, как бы, и настроение просто портится. Из таких вот. Поэтому я недолюбливаю владельцев Toyota, даже больше, чем владельцев BMW. Что мы попробуем с вами поиграть в игру? Хотя, блин, здесь освещение, наверное, сейчас слабенько будет. Да, не получится толком. Ладно, все, попробуем. Даже. Включим, что ли? Включим, давайте. Через 200 метров поверните налево. Попробуем поиграть. Блин, ребят, извиняюсь, но просто говорю, вот эти, вы же видели сами что-то. То берет, препятствует, то еще что-нибудь. Хотя бы один раз для приличия поворотник бы включил. А так ты, если едешь в левой полосе, ну ты извини, если тебе быстрее все едут. Поверните налево. Ну что, все, куда мы там с вами едем? Улица Конституции СССР. Давайте мы с вами, кстати, даже развернемся. Потому что нам сейчас реально. Здравствуйте. Нам с вами на Конституцию, все правильно? Да. Отлично. Вы местные? Вот у нас есть сегодня такая игра, вы можете, если вы местные, если знаете про Сочи чуть больше, чем все остальные, у вас может быть заработок 5000. Отвечаете на вопросы, и все. В первом блоке 5 вопросов, допускается 2 ошибки. Соответственно, если хотя бы на 3 вопроса ответите, 1000 рублей ваша. Блин, это все круто, но у меня нет ни настроения, ни сил на это, я, конечно, извиняюсь. Да, ничего страшного, просто, ну, мое дело предложить, ну что, 5000 на дороге не валяется. Вам как комфортно, через туннель или просто по Виноградке-то поехать? Как вам хочется? Как быстрее. Давайте так, через туннель. Это 9 минут займет. Отлично. У меня просто есть люди, которые хотят, говорят, мы хотим посмотреть, а вы нам показываете только одни. Бетон, одну бетонку только и все. Не холодно сзади, нормально? Прохладно, да. А, знал, сейчас, секундочку, давайте сделаю потеплее. Да, нормально? А тут просто сейчас 3 человека ехали, и, конечно, им втроем было там сзади просто жесть, как жарко. А затем через 200 метров. А я думал, вы меня не дождетесь. Потому что у меня заказ упал в Дагомысе, но мне там показывалось поехать 6 минут. Я думаю, обычно же нас там больше минуты не ждут. Думаю, ладно, думаю. Поеду, думаю. Сейчас вообще показывал ожидание очень долго на все. А, да ладно, я еще быстро доехал? Быстро доехал. Я с Дагомыса ехал. Да. Блин, я не знаю, почему так показывают. Да нету там пробок, честно слово. Но я с Дагомыса доехал до 6 минут, вы представляете? Да, с Дагомыса, да. Здесь вот мы, вроде, пока за 7 минут, может, там не 40 минут ехать. Вроде бы нормально, не знаю почему. Сейчас подъедем, сейчас будет все хорошо. Вот так вот, да, себя быстро доезжать, да? И минусов бы не было на Мамайке, да, никакого? Поверните налево. Майк хороший район, мне нравится.
единственное, сейчас этот светофор поставили, там, конечно, пробка собирается. Угу. Потом мы на пустом месте, да? Угу. Туристов много полуголых. Да. Слишком много. Межсезонье хорошо. Не, межсезонье, конечно, хорошо. Так. С этой стороны лучше или дальше? Можно с этой. Просто думаю, как лучше. Сейчас я секундочку. Сейчас я с этой стороны остановлюсь, чтобы у вас безопасно было. Вот так, а то там, не дай бог, кто-то собьет вот этих мотоциклистов. Спасибо. Всего хорошего вечера. И вам тоже. До свидания. До свидания. Короче, представляете себе, 560 рублей за 10 минут. 560 рублей за 10 минут. Здесь, конечно, опасно. Нас могут раздолбать, потому что здесь вот выезжать. Поэтому у нас некоторые водители, они не любят здесь... Ну, парковаться, как я, да, потому что потом выезжать некомфортно. И, типа, у нас задней нету. Задней нету. Дазы. Все, выходим последние. Последний заказ мы делаем с вами. Все, хорошего вечера. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Не люблю, когда садятся, разговаривают не по нашему, не по российскому языку, на армянском, когда пытаются там. Ну что разговаривают-то? Есть язык русский, самый лучший язык на свете. Чего вот это за эти непонятные выходки? А, кстати, здесь, да, получается, по времени мы ехали дольше. По времени, да, получается 340 рублей. Конечно, в этом отношении, как бы, в этом, ну, было поинтереснее, половчее. Ну, в моем понимании это так. Все, ребят, на этом закрываемся. Всем добра, бобра и пока.